И, соответственно, розовый. То есть вот нейтральная база, она у нас прозрачная, ну такая беленькая. И вот сейчас мы ее замешаем, да, и увидим, как розовый наш стал более прозрачный. А как мы подготавливаем волосы? Изначально все прямые пигменты будут максимально яркими у нас непосредственно на осветленном волосе. Да? То есть чем светлее волос, тем ярче будет оттенок. Это обязательно нужно учитывать. Да? Соответственно, если у нас брюнетка, то здесь будет лишь легкий намек, и то не каждого оттенка. Да? То есть здесь может быть сработать фуксия, может сработать фиолетовый, может сработать синий, но это будет такой легкий намек. А если вот даже пробовать, например, да, пробует шатенка или брюнетка, то это потом можно легко нейтрализовать в случае, если не такой эффект, как на блондинке, например? Ну, во-первых, он будет не такой яркий, да, ну и, соответственно, это те продукты, которые смываются. То есть продукт у нас держится от 3 недель, если это какие-то пастельные оттенки, до 3 месяцев, если это мы говорим, скажем, о синем, да, либо о фуксии. Опять же, будет зависеть от поврежденности волос и от степени осветления. В данном случае у нас модель наша. Блондинка, да, то есть мы специально выбрали девушку, на которой это будет все максимально заметно, чтобы вы смогли целиком и полностью насладиться нашими оттенками. А как мы наносим продукты? Если мы хотим, чтобы цвет был более интенсивный, мы наносим на чистые, сухие волосы, и которые вымыты только шампунем. То есть мы не используем бальзам, просто шампунь, высушили, нанесли. Если мы хотим оттенок более прозрачный, мы можем нанести на влажные волосы. Но сегодня мы будем показывать максимальную интенсивность оттенков, скажем. Так, получается, вымыли голову шампунем, высушили, что делаем дальше? Берем, сколько по консистенции мы должны поместить? По количеству. Да, по количеству, конечно. Ну, здесь уже, наверное, мы будем говорить о том, что такая история больше на глаз, да, то есть в зависимости от количества волос, да, в зависимости от того, как они будут нас впитывать, густые они, тонкие они, плотные, то есть здесь вы всегда это можете варьировать, благо флакон большой. То есть это не на один раз получается, нет, да? Нет, конечно. То есть, ну, опять же, от длины волос, да, кому-то хватит на 2, кому-то хватит на все 10. Так. Так, соответственно, затем мы берем кисточку, обязательно одеваем перчатки, потому что прямые пигменты у нас могут с легкостью замарать наши руки, замарать кожу головы, поэтому аккуратно наносим и, соответственно, используем перчатки. Поскольку мы будем делать несколько оттенков, мы будем все это заворачивать в фольгу. Если вы дома делаете, опять же, пару оттенков, и это будут какие-то пряди, можете также использовать какие-то изолирующие, да, продукты, там фольгу, бумагу, пленку, может быть. Если вы делаете один цвет на всей голове, то, пожалуйста, ну, наносите просто, не равномерно, используя, да, равномерно, ничего не используя. А вот у Ольги я замечаю очень интересный эффект, ну, где-то вот посветлее, где-то какие-то пряди поярче, это уже какой-то специальный вариант, да, Ольга? Я специально приготовилась к эфиру, чтобы показать нашим дорогим девочкам и пользователям, что не только предлагаем продукцию, мы пользуемся сами, чтобы вы видели, какой классный получается результат. На осветленную структуру волос мне наносилась фуксия, наносилась на корень, и около лица делался акцент пряди. И когда она смывалась просто водой обычной теплой, немножко притонировалась вот эта длина, и получился очень красивый оттенок. То есть здесь не надо бояться прямых пигментов, они не повреждают ни в коем случае структуру волоса, а наоборот, я даже сказала бы, они ее восстанавливают. Представляешь, сколько у нас уходовых в бальзаме, помимо пигмента, который является основным строительным материалом. Ну да. Это льняное масло. Основной очень важный компонент – это кератиновый комплекс, естественно, потому что кератин – это основа структуры нашего волоса. И, конечно, у нас есть потрясающий запатентованный комплекс цитрусовых, в который входит экстракт лимона, мандарина, зеленого яблока и земляники. Это те компоненты, которые отвечают за гладкость, легкость, блеск. Ну, просто волосы становятся потрясающие. Я думаю, что сегодня как раз вы это увидите и оцените. Да, но и при этом заметьте, еще также оцените скидку, которая сегодня представлена на платформе Озон. Получается, цена данного средства в районе 250 рублей, потому что сейчас действует промокод COLOR12, и это всегда у вас на основном экране.
экране. Вот, посмотрите, Color 12. Вы вбиваете уже, когда добавили в корзину к себе. Все очень просто, да, вы добавляете сначала в корзину, потом уже вы добавляете там промокод. Это удобно. Так, ну, получается, а что вот ты подкладываешь? Это какие-то специальные варианты, да, фольги или что это такое? Да, это просто обычная фольга. Соответственно, я ее подкладываю для того, чтобы у нас цвета между собой не замылись, да? Ага. Еще раз повторюсь, если вы делаете оттенок на всю голову, вы можете не использовать ее. Если вы хотите различные цветные пряди, то лучше все это изолировать в фольгу, чтобы цвет от цвет, ну, скажем так, не заморался. Да, вот сейчас отвечу Марина, да, в магазине он стоит 560 рублей, ну, а сегодня он стоит со скидкой по промокоду минус 65% порядка 255 рублей. Вот и сравнивайте, поэтому смотрите, сейчас все это время промокод, будьте внимательными, находится в правом углу сверху. Так, все, запаковывается так, да, аккуратненько. Первая такая модная фольга. Пошла. Это специализированно, да? Я просто не ну, крашу да, волосы, я не это знаю. Наши профессиональные уже такие красивые так. Штучки. Так, все, с первой пряди мы закончили и, соответственно, и так теперь всю голову, да, получается? Нет, не всю голову, то есть, да, мы выделили, опять же, сделаем такой акцент внутри, чтобы наша модель могла и показать свою прядь, и да. В то же время ее скрыть, да, это опять же очень удобно, скажем, для офисных работников, где у нас есть дресс-код, где вроде бы нужно быть чуть спокойнее, вот, поэтому... Да, но это интересно. Конечно, удобно, что можно все-таки скрыть, да, это все, потому что я думаю, что даже тем, кто где-то работает в важных каких-то организациях, да, связанных, не знаю, с газом, с нефтью, хочется какой-то яркости иногда, и хорошо, что верхними прядями можно прикрыть, и главное, что это смывается. А вот скажите, вот пока мы тогда, вы пока пойдете, то мы пока поговорим с Ольгой. Ольга, а вот в принципе, сколько вот по времени держится, сколько раз можно мыть голову, когда уже нанесли и окрасили волосы? Если мы говорим о мытье, вы сохраняете тот же ритм мытья головы, который у вас был до этого. Не имеет никакого абсолютно значения. Mm-hmm. Они очень стойкие, держатся до 2-3 недель. И как вариант здесь может быть, если очень пористый волос, прямо осветленный сильно, у девочек бывает такая история, да, когда очень часто осветляем, то некоторые пигменты могут держаться до тех пор, пока не отрежешь волосы. Но они очень красиво эволюционируют. Таким относится фуксия моя, достаточно яркая, угу. Сочная. Она будет потом вымываться, ну, в течение, может быть, 2-3 месяцев, если это вот совсем такой пористый волос. И также к этому цвету относится синий. Если дамы любят менять цвет достаточно часто, да, например, она сначала походила розовая, потом походила с фуксией, может быть, персиковой, то здесь просто надо понимать, что за структурой надо ухаживать волос или сделать себе тест-прядь, посмотреть, насколько волосы будут выдерживать. Ну вот все тут интересуются, тут еще много именно вопросов про темные волосы. Какой все-таки можно выбрать хотя бы один пигмент для темных волос? Девчонки, смотрите, очень легко все это объясняется. Вот если мы говорим о блондинке, это да. Белый лист бумаги, да? Да. А вот ты у нас прекрасная брюнетка шикарная. Угу. Для того, чтобы увидеть вот такие яркие цвета, которые у нас находятся да. В палитре, тебя надо обесцветить или подождать, пока твои волосы выгорят на солнышке, да? Ага. Вот смотрите, да, если на белый листочек я сейчас возьму фиолетовый, достаточно яркий. Видите, какой он будет? Ой, сочный да. И яркий. Вот такой же яркий у меня фуксия. Достаточно. Если мы нанесем такой цвет на тебя, мы просто увидим прохладный оттенок. Вот такого, конечно, фуксии мы не увидим. То есть это равносильно тому, что я сейчас закрашу белый лист коричневой краской. И будешь наносить, получается, да? Работает как раз вот здесь все художники, все любят рисовать. И могут пользоваться достаточно не только молодые девочки. У меня есть клиентки, которые в возрасте делают пряди. Это могут пользоваться и молодые люди, ничего не препятствует. Здесь нет как бы такой четкой возрастной категории и нет либо это женский, либо мужской, потому что 10 прекрасных ярких оттенков. И знаешь, я вот сразу себя перебью, так получается, ну, например, если это более светлый оттенок волос, да, там, например, светло-тежерусы или какие-то, и появляется даже первая седина, вот сейчас мне просто такое взбрело в голову, ведь можно оттонировать даже как-то свои волосы, да, чтобы сразу их не красить уже вот такими жесткими красителями. Сейчас очень модная тема, она как раз приходит к нам из Европы, называется камуфлирование седины, когда мы уже не делаем, ну, такой в профессиональном сленге эффект Кобзона, да, женщины всегда четко закрашивали седину, но через две недели мы видим рост корней, да. Естественно, да, уже женщине некомфортно.
А вот сейчас модно, как ты правильно говоришь, камуфлирование седины. Но здесь уже будут работать более темные оттенки. Если мы говорим о розовых, персиковых, да, седина – это такой прям стекловидный волос. Он очень тяжело пускает туда пигмент. А мы все-таки говорим, что это готовые красители, которые находятся на поверхности структуры волоса. Поэтому не держатся стойкие, но все-таки это не краска, это не краситель. Поняла. Да, то есть, ну, на самом деле, ну, мне кажется, вот еще такой вопрос, вот, потому что многие девочки, которые являются там тинейджерами или уже закончили школу первый курс, но живут с родителями, хотят что-то такое, да, вот хотят ярких волос. Но родители, как обычно, говорят, это вредно, испортишь себе волосы, сожжешь волосы. Но это раньше так говорили. А вот что про эти пигменты сказать? Сейчас даже можно делать это, мы говорим все-таки с разрешения родителей, да, потому что, ну, существует такое законодательство, скажем так. Но что делают девочки? Они от родителей ходят в парикмахерскую, высветляют внутри пряди, и потом берут и самостоятельно тонируют. То есть никакого вреда в этом случае для волос абсолютно нет. Еще раз напоминаю, что там достаточно очень хороший уходовые компоненты, да? И смотрите, это же не краситель, это уже готовый пигмент. Чем отличается, вот смотри, вот то, что я нанесла на листочек, он сразу будет у нас такого же цвета и на осветленных волосах. Так, ну то есть на самом деле, даже если вот это зеленый какой-то оттенок, да, он сразу... А вот еще такой момент, а от количества нанесения зависит ли плотность цвета и густота цвета? Плотность и густота цвета будет зависеть от того, как Татьяна уже сказала, если мы нанесем на сухие волосы, он более будет насыщенный, яркий и сочный. Если мы с вами нанесем на влажный, он будет более прозрачный. Если мы хотим создать прям такую радугу определенную, то мы с вами добавляем нейтральный, посмотри, он прям, видишь, совсем беленький такой крем. Так. То есть работает как краски, только это специальная краска для волос, которая позволяет ухаживать, получать цвет, защищать структуру. Вот такой беленький, им можно добавить в любое определенное количество, и вы можете создать с 10 оттенками, ну, просто неповторимое количество тонов, вплоть до радуги. Синий, желтый, зеленый, красный. Но при выбирай этом я любой. Действительно понимаю, я сейчас вижу, насколько яркий цвет там у девочек, да, на волосах, ну просто настолько он вот прям, ох ты, вообще вкусный. Прям, да, такой сочный, ягодный, действительно, наши девчонки уже завидуют, у нас много блондинок в коллективе, и вот они как раз сегодня даже вот хотели, а почему не нас выбрали в качестве модели, ну вот как-то так, да, работайте, девочки, работайте, да, а при этом сегодня действительно хороший промокод, потому что вот многие там возмущаются, что где-то дешевле, да. Посмотрите, на Озоне просто сейчас в данном бренде не высвечиваются сразу цены со скидками, но при этом цена за данный пигмент, например, за любой из них 730 рублей, да, вы это видите, но какая скидка, промокод, посмотрите, Color 12, и при этом вы сразу получаете скидку 65%, это 250 рублей, грубо говоря, да, и вы покупаете пигмент и покупаете себе новый образ, совершенно вот такой чумовой, который, я уверена, что, знаете, мало кто может вообще себе позволить, да, ну, потому что не решается, думают, ну, я же покрашусь, это на века. Боятся, конечно, потому что не хотят многие, допустим, работать с красителем, да, воздействие определенное, щелочная реакция, потом будет фон осветления виден и так далее. Есть девочки, прям блондинки такие, но им хочется чего-то, яркости, какого-то акцента, и в этом случае прямые пигменты – это вот бесконечные возможности, не обладая никаким парикмахерским специальным действием. Достаточно дома иметь прямой пигмент, да, и перчатки, и теплую, все, да? Все, все, этого достаточно. И 10 цветов дают бесконечный выбор, вы можете взять любое, при этом они смешиваются между собой. То есть кто-то такой великий художник, знаете, бывает там в розовый добавить немножко фиолетового, там или могут быть зеленые какие-то, сейчас же модно, зеленые, синие, оранжевые. Что хочешь, создаешь на своей голове. Любой каприз. Ну да, можно разные цвета, и при этом многие действительно так красят, да, вот кто-то пишет, у меня не работает промокод, да, вы вбиваете как раз-таки в вашей корзине, когда добавили уже в корзину, там нажимаете оплатить, потом появляется пункт промокод, выбиваете промокод, там точнее написано сертификаты и промокоды, вы вбиваете промокод, и вот когда уже нажимаете оплатить, вы переходите в общую кассовую такую вот строку, да, и там уже цена совершенно другая. Так, ну что там у нас, Татьяна, скажи, пожалуйста. Мы закончили нанесение, теперь мы
даем красителю, соответственно, сработать. Время выдержки у нас от 5 до 20 минут, да, то есть здесь в зависимости от интенсивности цвета, ту, которую мы хотим получить. Время мы засекли, и уже, соответственно, через 15 минут мы будем смывать нашу модель и смотреть, что же у нас получилось. Слушайте, это очень здорово, но для того, чтобы действительно не смущать наших зрителей, сейчас я вам покажу, как это делать. Вот я добавила в корзину. Я перехожу в корзину, перейти в корзину. Вот, и перейти к оформлению я нажимаю, да, вот я нажимаю перейти к оформлению. Дальше у нас идет внизу промокод или сертификат. Так, вбиваем на английском языке заглавными буквами, получается. Вот, сейчас мы все проверим. Применить код. Так, а вот действительно, и сейчас хочется, чтобы вы обратились к нашим модераторам, потому что действительно отсутствует промокод в системе. Но, может быть, нужно сделать пробел, еще раз попробуем. Color 12, применить, вот. Так, вот сейчас просим модератора все-таки изменить систему, потому что сейчас не работает промокод, но вы не переживайте, пока добавляйте себе в корзину, просто лучше сразу эти моменты, я чтобы согласна. Зрители, знаете, были уверены. Это очень важно, потому что, когда сейчас Озон предоставляет такую прекрасную, замечательную цену, самое главное, чтобы наши дамы успели приобрести. Да. Потому что, когда вот я уже ехала сейчас на эфир, ты не представляешь, сколько было ажиотажа, да? В транспорте, все, кто-то прям вот в глаза смотрел, кто-то так вот заглядывал, и я себя чувствовала просто такой королевой, такая ехала, я вся красивая, у меня пряди. Конечно, цвет – это жизнь, это яркость, это желание, это настроение. А тут еще вот спрашивают, а какие можно смешать цвета, чтобы получился мятный цвет? Мятный цвет, получается, надо брать прядь, которая у вас есть светленькая, да, добавлять зеленый и экспериментировать немножко с оттенками, которые есть, может быть, желтенький, да? Mm-hmm. Ну, давайте, Татьяна сейчас нам поможет, покажет. Татьяна, так, пожалуйста. Татьяна, давай. Да, давайте попробуем, но можем начать, наверное, даже с бирюзового, да? Скорее у нас всего, есть бирюзовый, да. И у нас есть наша нейтральная база. Вот сейчас нейтральная я база. Найду. Вот я они готова. Как раз у нас, смотрите, рядышком. Уже находится, да, на листочке, и мы начнем его замешивать. И вот смотрите, да, в зависимости от того, где было больше бирюзы, где было больше нейтральной базы, у нас получаются абсолютно разные оттенки. То есть я думаю, что вполне возможно даже с помощью бирюзового и нейтральной базы сделать мятный цвет, вот, мне кажется, в серединке вполне себе. У нас, да, еще зелененькие, желтенькие, вы вот можете, мне кажется, очень здорово добавлять. Вот смотрите, прям вот. Слушайте, ну палитра, да, художника, просто. Правда? Посмотри, какой, да, пластичный он, да? Мягкая консистенция, действительно, вы здесь уже смешиваете, и тут, правда, можно четко увидеть даже градиент, вот даже по кисти, посмотрите, видно, да? То есть, чем больше вы вмешиваете, тем темнее и гуще, но при этом, если хотите послабее, да, оттенок, то тоже это легко и просто сделать. Класс! Так, смотрите, и опять же мы можем... Фиолетовый, да, может кому-то показаться достаточно холодным, и хочется оттенок чуть потеплее, да, сделать, да, 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 мы можем взять фуксию, угу, добавить вот здесь это немножечко фуксии, перемешать их между собой, и опять же, смотрите, да, в серединке у нас получается он уже и не такой фиолетовый, и уже, ну, не такая фуксия, да, скажем, то есть он становится, да, более... Фиолетовый становится более теплым, так скажем. А для вот таких экспериментов, мне кажется, можно и полностью вот замешать так вот хаотично, и потом также располагать по волосам, и будет такой вот тоже градиент некий на волосах. Ну, то есть для тех, кто любит эксперименты, наверное, ну, да? Ну да, здесь, наверное, будет все-таки, если создать несколько оттенков, то правильно, да, будет сработать как раз с фольгой, с бумагой, с пленкой, возможно, и каждую прядь изолировать друг от друга, но можно пойти, да, то есть смотрите, вот у нас оттенки есть все показаны в палитре. И вы можете спокойно, прям вот в таком порядке. Да, но у нас, да, опять... То есть выбрать себе те оттенки, которые вы хотите. Может быть, они будут вот в таком плане у вас расположены на голове, да, может быть, вот в таком плане они будут расположены на голове. То есть здесь, пожалуйста, опять же, желтый, зеленый и розовый. Но нас, походу, смотрят большая часть брюнеток и шатенок, потому что все спрашивают, какие пигменты можно на темные волосы. На темные волосы вы можете нанести фуксию, можете смешать фуксию с фиолетовым, вы можете нанести синий, вы можете смешать бирюзовый с фиолетовым. Кстати, тоже получается очень красиво, я думаю, мы сейчас его тоже замешаем. То есть вот, пожалуйста, фуксия, фиолетовый, синий – это оттенки, которые будут, ну, максимально...
подходить для темных волос, но вы не получите такой яркий оттенок, все-таки это не краситель, это прямой пигмент, он никак не воздействует на структуру волоса, он работает у нас по поверхности. Угу. Да, то есть какой-то легкий налет, легкий оттенок, да, не такой кричащий, скажем, да, каким он будет на блонде, а вот более спокойный, вы можете абсолютно спокойно получить на своем волосе. Так, это очень здорово. Ну а при этом вот здесь такой яркий совершенно оранжевый цвет, прям персик, нереально. Да, это персик, такой, да? Вот, смотрите, нежный-нежный персик, он почти прозрачный, да? То есть это такая идеальная история для блондинок уже будет. Угу. Да, зеленый, желтый тоже для блондинок? Желтый, да, он тоже ну, будет заметен, опять же, только на блонде. Да. На темном мы его, к сожалению, не увидим. Так, ну, вот зеленый. Посмотрите, какой тоже. Да, то есть прям такой очень травянистый, красивый оттенок. Модный, трендовый, стальной. Стальной, да, опять же. Его, кстати, мы можем использовать и если девушки светло-русые и хотят добавить холода, да, то есть сейчас любят такой пепельный оттенок, либо блондинка, опять же, если она хочет, чтобы у нее был такой красивый легкий пепел, пожалуйста, вот он. Размазывается на белом листке, да, соответственно, прям вот совсем в такой в прозрачный, красивый синий. Синий один из самых стойких наших оттенков. Вот он как раз для шатенок может подойти, да? Да, ну, опять же, плюс-минус. Да, интенсивности такой вы, наверное, не увидите. Это все-таки мы говорим о... Мы делаем это все сейчас на белом листке бумаги, да, но... Но можно смешать с желтым и получить еще один из оттенков. Да, давайте замешаем, пожалуйста. Можем уже вот такую зелень получить. Изумруд какой получается, вау. Да, то есть здесь все отлично смешивается между собой. Угу. И не забываем, что у нас есть нейтральная база, потрясающая, которая позволяет вам создавать... Да, давайте ее вот можем добавить как раз, из например... Из синего более голубой, да, вот синий добавить можно. Угу. И смотрите, сделать, какой, да, потрясающий, смотрите, цвет небесный, и море. И все за счет вот того весенние самого пигмента облачка. Вот этого, да, то есть вот который прозрачный, он позволяет сделать цвет светлее в любом случае. Здесь вот такой же даже можно к Тиффани уйти где-то, да, вот к этому, да, оттенку. Да, прекрасно. Вот посмотрите, очень красиво. Здесь насколько получился такой изумрудный, да, оттеночек, вот посмотрите, в середине. И вот тут вот, да, насколько приятный переход, вот такой градиент идет от темного к светлому. Очень стильно, да. Конечно, повезло блондинкам, что я скажу, ну, потому что вот это, конечно, просто очень модный цвет, действительно стальной. Такой сейчас красивый. Очень модно на сегодняшний момент. Да. Это мода 21 века, когда вот как ты, шатенка, девочка, да, она делает прядь, несколько осветляет, ага, и делает яркие акценты. Вот если в прошлом, позапрошлых годах, да, можно было рассматривать, когда только на блондинках, только блондинистые и цветные пряди, то сейчас это просто писк. Тем более у тебя такая стрижка, она прям вот просится. Я подкрасить. Думаю, да, какую-то прядь такую сочную. Ну, ты бы сама какой хотела цвет? Тебе что больше нравится? Слушай, ну вообще, честно сказать, я бы хотела себе светлый металлик. Да, да. Ну вот, на самом деле, это мне, вот у меня то надоела прямая длина, мне сегодня, мне ее подстригли. Теперь как бы вот надо что-то еще. Очень обязательно. Красиво. Да, спасибо. А вот, а нейтральная база просто для смешивания или с уходом каким-то? Нейтральная база – это продукт, который содержит все уходовые компоненты, как и бальзам, то есть там, да, также содержится льняное масло, кератиновый комплекс и экстракт цитрусовых. Но там не содержится никакого пигмента абсолютно. Мы сохраняем, угу, уходовые, та же пластичная масса. Единственное, здесь нет пигмента для того, чтобы вот мы создали эти потрясающие красивые голубые, нежно-желтые, нежно-персиковые, розовые оттенки, как нам сейчас показывала наша замечательная и прекрасная Татьяна. Да, но и при этом действительно вы можете сейчас добавлять себе в корзину. Цена промокода будет действовать еще час после эфира. Сейчас устраняют сложности с промокодом, но вы не переживайте. В любом случае, я уверена, вы успеете все это приобрести на платформе Озон. Так, а сколько по времени, получается, нужно подержать вот нанесение пигмента? Выдерживаем от 5 до 20 минут. Угу. Давайте я еще раз повторю, что мы наносим на чистые волосы, которые вымыты только шампунем. В идеале они должны быть сухими, да, для того, чтобы оттенок получился у нас более интенсивным. Если мы наносим на влажные волосы, то цвет будет более прозрачным. Выдерживаем, смываем просто водой, ничего не используя, никаких бальзамов, масок, шампуней, тем более. Вот, и приступаем к сушке. И все, да, получается? Потом мы просушиваем это, но не смываем или смываем? Мы смываем водой. Смываем,
А потом просушиваем? И потом просушиваем, да. Ага. Но при этом, вот самый мне вот важный момент, да, вот когда мы смываем пигмент, как вот такой чисто лайфхак посоветовать, как не задеть вот эти уши постоянно, знаете, краситься, когда кто-то красит, или просто аккуратно чем-то придерживать нужно, или пигмент легко потом устранится с тела, например? Ну, за то время, пока вы будете смывать, ничего не случится абсолютно, да, то есть если мы говорим о технике безопасности, то это перчатки, которые мы используем во время нанесения продукта непосредственно, и мы очень аккуратно работаем с кожей головы около волос, нашей краевой зоной, для того, чтобы, ну, не сделать себе там Микки Мауса, не нарисовать мало ли. А вот тут спрашивают как раз, а то есть обязательно брать базу и пигмент? Если вы хотите создать не только синий, да, как сейчас мы показывали на рисунке, переходы какие-то. Вот сейчас у нас модель, она будет сделана с ярким акцентом и с переходом нежным. Сейчас это тоже очень модно. То вы берете обязательно нейтральную базу и берете тот пигмент, который вас устраивает. Тем более, на сегодняшний момент Озон предоставляет такие скидки, я бы, наверное, все 10 купила, честно. Ну сразу бы, да, вот, по 250 рублей, да. Действительно, это просто прекрасная скидка. И если вы хотите создать именно вот эти переходы, вы знаете, есть девочки, которые делают корни темными, потом они становятся чуть светлее, потом еще светлее, и в конце он просто абсолютно пудровый. Тогда в этом случае, конечно, необходима нейтральная база. Угу. Но при этом вот спрашивает еще раз, кто-то недопонял, сколько выдерживаем? Выдерживаем от 5 до 20 минут. А, ну то есть на самом деле достаточно быстро, да, все да, происходит? Да, все очень быстро, тут опять же, насколько вы хотите интенсивный оттенок. Если вы хотите какой-то совсем легкий намек, то вам хватит и 5 минут. Если мы говорим уже о большей интенсивности, то здесь выдерживаем до 20 минут. А еще вот такой вопрос, это не пережигает волосы? Вот очень часто ведь, когда мы красимся обычной краской, да, там вот все говорят, передержали, потом волосы сухие, ломкие, невозможно помыть, высушить, все, как солома. А как воздействует пигмент? Безопасно ли это? Это самый безопасный продукт, который существует в окрашивании. Угу. А есть такое понятие в профессиональной, да, вот когда продукт может быть нейтральная среда, когда, если вредит волосам, щелочная, да, вот, например, у нас, когда волосы становятся сухие, они такие, знаете, шершавые. И когда мы хотим восстановить, у нас кислая среда. Вот эти маски – это кислая среда, в которой происходит восстановление волоса. То есть то, что у нас находится в тюбике, это уже прямой пигмент, который ложится на поверхности волоса. Вот он ложится так же, как на листочке. То если мы посмотрим под микроскопом, то наша кутикула, она выглядит как шишечка, да, вот поврежденные волосы, у них такие открыта кутикула, и вот этот пигмент, он вот как раз ложится, закрывает, мы видим цвет. Почему он стойкий у нас достаточно 2-3 недели, но все-таки он вымывается. Угу. То есть, ну, на самом деле, это безопасно, и это все, как бы, скажем это так, это даже полезно, потому что вот кератин, который входит, кератиновый комплекс, у нас же за вот упругость, плотность волоса отвечает как раз вот этот кератин, который входит в состав ухаживающего продукта. Льняное масло, которое отвечает за увлажнение волоса, он становится увлажненным. И вот тут как раз, знаешь, как интересно, если с краской, когда девочки сами красят, то там вариант, вот она что-то дома делает и забыла. Вот может быть очень плохо. Здесь, если вдруг случилась какая-то ситуация, когда человека отвлекли и продукт остался на волосах, ничего страшного не произойдет. Будет более яркий, будет более стойкий, будет более вкусный. И больше ухода, наверное. Слушайте, но при этом хочется отметить, что действительно сегодня хорошие цены на платформе Озон. И при этом, смотрите, сейчас мы все вместе с вами проверим. У нас сейчас 6 товаров, 730 рублей цена, и при этом есть промокод. Но у кого-то, возможно, прогрузились скидки, да, и там уже обозначены совершенно другие цены с учетом той скидки 65%. Посмотрите, пожалуйста, у кого они прогрузились, сейчас напишите, пожалуйста, в чат. Скажите, вот тут как раз спрашивают, как долго держится эффект и какую базу надо брать? Какие волосы у девочки? Если вот смотрите, давайте вот будет удобнее, наверное, показать вот так. Вот здесь у нас показана светлость волос. Вот здесь. Самый светлый вот здесь, да, и самый темный вот здесь.
И здесь показаны у нас Fashion Loki, торговой марки Concept. И вот мы видим, что если светлость 7, 8, 9 или 10, да, вот такие светлые волосы, это прям совсем вот, которые отмелированные девочки сделали, да, без светили, то для них подойдут любые пигменты. А вот если уже, допустим, ну, темненькая, как ты, да, ага, то здесь уже у нас, да, видите, уже выбор будет поменьше, как мы говорили, это будет только от цвет, более холодные оттенки. То есть если вы отмелированная или такая прям пшеничная такая, светленькая, если кто-то уже вдруг успел съездить, отдохнуть, бывает такое, да? Эх, да. Да. То, пожалуйста. То есть, смотрите, здесь, конечно, надо выбирать, но вот вы сейчас, кстати, тоже, вот Кристина пишет, девушка зовут, да, напишите, какой у вас цвет волос, может, вам как раз-таки и расскажут поподробнее. Конечно. Да, прогрузилась скидка, вот, отлично, видите, у вас прогрузилась, у меня нет, все хорошо, значит, все в порядке, уже вы можете сразу приобретать со скидкой, поэтому не переживайте, заказывайте все это прямо сейчас, добавляйте себе в корзину, и уже у вас будет, можно сказать, новая жизнь и новый образ. Прекрасно. Так, ну и при этом вот сейчас девочки наши пошли мыть голову. Да, сейчас они как раз смывают так наш прямой пигмент, который мы нанесли. Потом мы будем высушивать и как раз увидим тот результат работы, который у нас есть. Как раз вот я сегодня говорю о том, что можно пользоваться как мужчинам, как девушкам, дамам, женщинам. Вот опять нет ни возрастной категории разницы, кто это будет пользоваться, нет какой-то разницы, да, по принадлежности, да, да, к мужчинам или женщинам. Да. Кстати, ты знаешь, кто на самом деле начал первый краситься, менять мужчины цвет? Мужчины. Да. Да. Это было связано с их сакральными действиями, красили они бороду и волосы, или подчеркивали свой статус и сан. Вот так на самом деле, хотя говорят, что женщины ветреные и непостоянные. Обратите внимание, какая яркость, ну просто художник, просто, я думаю, да? Смотрю, да, и ведь самом... невозможно оторваться. Да, мне кажется, здесь вы можете создать свой уникальный вообще цвет, то есть смешивая, вы посмотрите, вы можете взять несколько оттенков, посмешивать, попробовать, да, ну просто вот посмотрите, там желтый с синим смешали, и какой идет плавный вот такой. Можем добавить еще белой базы нашей чудесной, да? Да, ну вообще шикарно, посмотрите, какие оттенки. Просто, мне очень нравится, что здесь, да, все такое яркое, и при этом, да, вот хочется, чтобы вы тоже выбирали, если вот даже чуть-чуть вот голубого добавить в белую базу, вот, посмотрите, такой вот, да, свет, ну, можно даже поэкстравагантнее, можно тут и с оранжевым смешать. Чем хороши прямые пигменты? Вы сам себе мастер, вы сам себе создатель цвета, для этого не надо идти в салон, взяли. Да. Создали сначала на листочке, посчитали, сколько вы там выдавили, допустим, фиолетово 2 клика, да, нейтральной базы 2 клика, и посчитали, записали себе, так, все, создали прекрасный цвет. Какой хотите, нет ограничений, все цвета смешиваются между собой, волосы становятся блестящие, гладкие, хорошо, цвет долго достаточно носится. Ну вот честно говорю, по моим ощущениям, вот просто я сегодня была в тренде, на меня все смотрели, сегодня не было, я прям чувствовала звездой. Да, вот у нас тоже оператор, он меня уже видит второй раз, тоже сказал, потрясающе. Это очень приятно, потому что мы хотим внимания. И цветные пряди, яркие, они сейчас модны, помогают нам привлечь к себе внимание, сделать себя более уверенной. Это очень важно, я считаю, для любого возраста. Да, на сегодняшний день, да. И хочу сказать, нет, 730 рублей это не цена со скидкой. Цена со скидкой товары по 255 рублей. Перезагрузите, да, приложение. Слушайте, ну просто, я тут уже, это я уже просто, не тратьте на меня пигмент. Я просто уже тут схожу с ума, насколько это красивые оттенки, вот правда. Они вкусные. Это можно картины писать вашими пигментами, но вот правда, посмотрите, да, такой вот вообще, чем не Ван Гог. Я, конечно, извиняюсь, но да, ну вот сразу. Я думаю, что вот так рождаются какие-то таланты, открываются вот в наше прекрасное ведущее, наконец поняла, что чего не хватает, да, цвета. Да. Надо добавить пару прядей или взять лист и нарисовать, создать свой бесподобную бесконечную яркость. Ну, правда ведь, а потому что здесь очень удобно, действительно, что можно посмешивать, даже поэкспериментировать. И мне нравится, что не надо на один раз.
Ну, понимаете, как не на один раз сама баночка, то есть можно один раз поэкспериментировать, второй раз поэкспериментировать, найти свой какой-то яркий оттенок, а вот какой красивый, да, вот получается такой бело-красно, такие какие-то багровые реки прям получаются, посмотрите, вот, да? Просто очень шикарно. Красиво. И не забывайте, что все-таки какой потрясающий уход для волос. Масса, приятная консистенция, да, вот сейчас сколько ты красишь, да. Да, она не имеет никакого запаха абсолютно, да, вот, не все же любят какую-то одушку парфюмированную, кому-то нравится, что это бы было просто бесподобно. Ну, то есть, вот смотри, вообще смешали цвет, вообще непонятно какой, да, нескончаемая вот волна. Просто, можно вот просто экспериментировать. За что я еще люблю наши пигменты, да, вот смотри, я же работала с разными фирмами, торговыми марками, профессиональными, да. И вот когда цвет вымывают, некоторых прямых пигментов, знаешь, бывает такое ощущение, как будто вот цвет выстиранный, да, то есть вот он помыл 2-3 раза, и он теряет яркость. Вот в этом случае я вам рекомендую, ну, хотелось бы, наверное, прийти через какое-то время к вам, чтобы вы увидели, он становится, мы называем это, эволюционирует очень красиво, он становится просто пастельный, 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 но при этом он такой вкусный. Вот голубой у меня вымывался просто вот в нежность, вот эту, как мы смешали с нейтральной базой, и все спрашивали, чем ты каждый раз красишься. Я ничего не делаю, я просто... ухаживает за структурой волос, и он так эволюционирует из более яркого в более пастельный. Очень красивые оттенки, я обожаю, и даже не могу тебе сказать, какой мне больше нравится, честно. Да, они все такие разные, но вот уже у нас девчонки вернулись, уже прокрасили. Так, Саша, ну давай посмотрим, как там, что закрепилось. Так, смотрим. То есть, Тань, подожди, а ты сейчас вот так вот руками трогаешь, у тебя руки не покрасятся от самого пигмента? Нет, конечно, мы уже все закончили. Вот это да. Слушай, ну это удобно, да, так смыли, конечно, получается, и потом не надо уже вот это вот отмывать руки себе от этого всего. Самое важное, чтобы когда вы наносили пигмент, вы одевали перчатки. Почему? Это время воздействия. Если мы голыми руками долгое время, конечно, будем находиться на коже пигмент, то в этом случае может получиться, что кожа прокрасится, да? Просто длительное воздействие. Если мы говорим, как только мы смыли просто обычной водой, без использования шампуня, теплый, комфортный для головы. Вот у нас Татьяна, посмотрите, она работает уже без перчаток, ничего не красится, яркий, прекрасный, вкусный цвет, хотя он еще не высох, но сейчас мы его увидим. Слушайте, ну на самом деле так красиво, так здорово, да? Сразу освежает, хочется какой-то весны, да, вот такой вот. Мы же устали от зимы, устали. Ой, у тебя вообще сейчас совершенно другой образ, очень красиво, действительно, необычно сразу. Ты знаешь, вот сразу настроение, сразу желание что-то создавать, что-то делать, что-то творить. Ты уже не идешь, ты уже летишь, понимаешь, такая вся себя несешь, королева. Ну это классно, мне кажется, это действительно очень здорово. При этом те, у кого не грузится, например, промокод, не переживайте, перезагрузите приложение на Озон, и все у вас получится. Так, смотрим, ну что ж, сейчас буквально и у вас появится тоже. Вообще цена 255 рублей, но при этом такая цена продлится еще час после завершения эфира. Вау! Знаете, тут даже не надо делать до и после. До и после не надо даже делать, вот, посмотрите. Так дело не в этом. Дело в том, что у многих телезрителей не перезагружается. И суть в том, что в одном телефоне, если перезагрузилось, это не важно. Надо, чтобы перезагрузилось у всех, поэтому решают сейчас этот вопрос. Вы не переживайте, вы все равно сможете купить по 255 рублей. В этом нет ничего страшного. Слушай, ну я шокирована, честно. Бесподобно, просто. Правда? Во-первых, честно, а вы мыли потом еще каким-то шампунем? Нет, запах потрясающий, цветочный, конфетный такой. Вкусный, он, он не раздражает, он такой, знаешь, вот прям как бы, я не могу сказать, что он сильно парфюмированный, но очень приятный. Очень круто. Совсем другая девочка, да? Вообще. Так. Главное, чтобы не подумали, что что-то с ней случилось. Пришла мама, решила сменить профессию, сменить полностью свою жизнь. Ну, вообще классно, такое кардинальное решение. И ведь бывает такая ситуация, когда мы меняем цвет, и в жизни происходит кардинальное изменение. Да. Очень часто бывает. На вас обращают внимание, вы с кем-то знакомитесь, а сейчас весна. Кстати, да. Слушайте. Отлив, да, очень классный. Вот здесь сейчас такой переход, да, с таким переливом оттеночным. Очень красиво, правда.
То есть смотри, для чего нейтральная база, да? Видишь, смотри, как Татьяна сейчас тебе показывает, чтобы была вот эта нежность. И вы знаете, вот извините, что я трогаю ваши волосы, мне это не свойственно обычно, но просто самое интересное, что вот, казалось бы, покрасили, но нету какой-то высушенной текстуры. Посмотрите, они как в рекламе. Реально, вот смотрите, мягкие шелковистые волосы. Прям просто, вот правда. За счет льняного масла, кератинового комплекса и разработки нашей прекрасной лаборатории вот этот экстракт тех компонентов лимона, мандарина, земляники, зеленого яблока создают вот эту яркость, гладкость. Да, посмотрите, они шелковые ленты. Просто яркие, сочные. А вот тут еще спрашивают, а почему корни не прокрашены? Так модно сейчас? Или чтобы кожа головы не покрасилась? Нет, смотрите, мы уже говорили о том, что цвет у нас будет максимально яркий в том случае, если у нас осветленная база, да, то есть... Корни у нас свои натуральные, поэтому на корни мы не стали наносить, мы нанесли только на то полотно, которое было ранее у нас отблондировано. Mm-hmm. Так, ну то есть, ну а по факту, а можно, извини, Оль, что мы подойдем? Да, конечно, Саш, конечно, пойдем, конечно. Мы идем в голову буквально, Оля. Да, пожалуйста. Посмотрите, здесь все прокрашено от корней. Вы видите, что здесь нет никаких трудностей, да, вон все прокрашено, нет какого-то вот яркого покрашенной кожи головы, нет, этого не видно, густота волос, прекрасно все смотрится. Здесь тоже плавные переходы, где-то потемнее, где-то посветлее. Как по мне, очень красиво. Вот серьезно, смотришь так вот, и как бы вау, сразу эффект сработал. Да. И при этом мне нравится, захотела, вот Саша все, Саша покорен. Потеряли оператора. Александр, мы с вами договоримся после эфира. Так, ну вот, пожалуйста, гляди ты какие-нибудь вот, градиенты. Вот видите, прекрасно. Да, то есть да, я до этого приходила в бежевом цвете, помнишь, да? Да. И, в принципе, ну, Александр как-то больше по продуктам там показывал, да, как-то вот больше брови там снимал. Да, да, да. И смотри, как он сейчас вокруг меня, да? Цвет волос, девочки. Да. Буквально достаточно поменять цвет волос. Вы это можете сделать дома, самостоятельно, не затрагивая большое количество, не затрачивая времени, не затрачивая большое количество денег. Посмотрите, какой Озон. Скидку предоставляет Озон. Взяли дома, покрасили, выходите и завтра встречаете судьбу. А у меня еще тут вот вопрос, да, как раз от Елены. А пигмент нельзя наносить на свои светлые волосы без какой-либо базы? Вы можете наносить, если вы светленькая, ну, допустим, вот у нас Татьяна, бывают такие девочки, видите, вот у нее как кончики, она осветленная, да, но бывают такие девочки натуральные, действительно, вот прям пшеничная блондинка. Да, да. Вы да. можете на него нанести, в этом случае у вас прямые пигменты будут яркие. Ага, их понятно. Их для этого не обязательно осветлять. Конечно. Слушайте, ну, это очень... Смотрите, как интересно... Посмотрите, какая мой. Стала наша... Это она такая девушка с секретом получилась, да? Вот за ее шикарными светлыми волосами, там раз, и такой вот ягодный неожиданный перелив. Класс! Слушайте, ну, мне кажется, вообще это вот... Если мама, например, да, что такая мама смелая, такая вся активная, жизнерадостная, тем более она понимает, что раз это потом смылось и все, да, и нет никаких проблем. Или ситуация, когда ты приходишь в офисе, ты такая сидишь, все у тебя красиво, благородно, нигде ничего нет, выходя из офиса, ты перекидываешь волосы, распускаешь, да, и там уже просто вау, огонь. И очень вкусные, очень яркие, бесподобные. Потрогай, да, вот какие волосы потрогай еще раз. Слушайте, ну правда, мягчайшие. Просто смыты водой, да? Вот да. Обращение, ничего мы не используем. Но вот у Татьяны на столике, кстати, стоит, да? Таня, покажешь? Так, а это что, тоже что-то от вашего бренда концепта, правильно? Да, это уже шампунь, бальзам, маска и мусс, которые будут у нас сохранять цвет. Для того, чтобы цвет не вымывался, мы используем продукты из серии Color. Мы будем использовать в течение 2 недель после окрашивания, будь то просто окрашивание, будь то окрашивание прямыми пигментами, естественно. Соответственно, это те продукты, которые будут держать цвет внутри. Да, то есть они как бы сохраняют его, да, и при этом это очень здорово, когда вы покупаете все одной фирмы, и сейчас все это вы можете тоже найти на платформе Озон и приобрести. Для этого, в принципе, достаточно просто перейти не просто уже, скажем так, на карту товаров, которые сегодня представлены, но на сам бренд-концепт. И сейчас я вам все это покажу. Вот, так, сейчас прогрузится, смотрите. Много хороших отзывов, да, действительно много. Заходим в карту товара, и вот здесь нажимаем.
нажимаем именно на сам бренд. Активная надпись «Концепт». Вы нажимаете, и здесь вы уже видите в перечне товаров и шампуни, и бальзамы, да, все это здесь есть. И даже те средства для бровей и ресниц, о которых мы уже говорили на предыдущих наших эфирах. Поэтому смело выбирайте смелые решения. У нас, кстати, буквально остается сейчас 10 минут. Да, и вот насчет скидки, не переживайте, либо перезагрузите, выйдите и заново войдите в Озон, либо перезагрузите само приложение, не переживайте, еще будет целый час, и я думаю, в связи с этой сложившейся ситуацией продлится скидка еще на какое-то определенное время, поэтому не переживайте, успеете обязательно заказать. Розовый цвет, это и есть фуксия? Нет, у меня сейчас яркий оттенок, вот это как раз фуксия, а розовый... Татьяна сейчас нам покажет на столике, да, Татьяна у нас есть? Да. То, что вот мы сейчас сделали розовый, и мы смешивали с нейтральным. Значит, смотрите, есть оттенок розовый фламинго, угу. И есть оттенок, вот давай смотрите, взять. Как он выглядит. Да, можно чистый новый взять? Листок, давайте. Здесь как раз покажем. Давайте. Угу. Розовый фламинго, смотрите, да? Так. И есть... Розовый. И вот розовый фламинго. Фуксия. А фуксия, фуксия, наверное, здесь вот у нас где-то была. Есть, да? Угу. И вот смотрите, фуксия. Розовый фламинго, розовый и фуксия. Я сейчас возьму такой край кисточки немножечко, да, вот у нас. И вот так вам сделаю, да, чтобы вам было немножко видно. Вот видите теперь? Какая фуксия у нас яркая. Красота просто. Да? Какая нас, какой насыщенный розовый вкусный и розовый фламинго. Розовый фламинго – это нежность, это цвет такого, наверное, да, вечера, отдыха. Можно вот посмотреть еще да, на палитре. Вот можем их еще раз показать вам здесь, в чем у них разница. Так будет выглядеть розовый фламинго, да, то есть он совсем прозрачный, совсем нежный оттенок. Вот он розовый. И вот она как фуксия, художник, да, то есть фуксия, она уже будет такая немножечко, но она будет более холодная, более насыщенная. Но и при этом заметьте, пожалуйста, сейчас цвет фуксии не видят, в, скажем так, в нашем листе товаров. Тогда вы можете его поискать в общем перечне товаров от бренда «Концепт» на платформе Озон. Но и при этом вот спрашивают, а на волосы, покрашенные светлой краской, база сначала нужна, верно? Если мы говорим, вот я сначала была окрашена, угу. Да, или мы говорим, лучше сказать, обесвечена. Да. Да, и тогда на них спокойно работает прямой пигмент. Так, смотрите, вот сейчас остается буквально 9 минут до конца эфира, вы можете задавать сейчас вопросы, все, которые вас еще интересуют по поводу нанесения, да, как долго держать, какая последовательность, и девочки с удовольствием ответят на данные вопросы. Перезагрузка промокода, подождите немного, есть еще целый час, и она обязательно сработает, а база здесь не представлена, спрашивают. Здесь представлено почему-то сегодня 7 оттенков, но при этом вы заходите в общую корзину, вот, смотрите, и переходите дальше в название «Концепт». Это, к сожалению, вопросы не ко мне, а к модераторам. Смотрите, вот такая история. И вот здесь вы уже видите весь полный перечень от бренда «Концепт». Всех цветов, я так понимаю, да, которые здесь представлены. И также, конечно же, все базы, вот, все это вы видите, да, можете все это найти. «Концепт», вот, пигменты, да, оттеночные бальзамы даже у вас здесь есть, да? Да. То есть масса всего здесь представлена. Ну что ж, а если сейчас еще остались вопросы, давайте мы с удовольствием на них ответим. Так, сейчас все вопросы по промокоду, конечно же. Так, так, так. Да, а какая база нужна, спрашивает Елена. Для того, чтобы воспользоваться прямыми пигментами, красителем прямого действия, нужны очень светлые волосы. Тогда вот на Таню посмотрите, пожалуйста, посмотрите, какой цвет волос у Татьяны. Да? Вот до того, как наносить прямой пигмент, краситель прямого действия, вот я была такая, бежевая, красивая, обесвеченная. Модель, посмотрите, пожалуйста, Лариса наша прекрасная, да? Вот у нее свои, да, вот у нее цвет своих волос есть, мы можем увидеть здесь, она не тотальная блондинка, и по длине она обесвеченная, красивая. Вот если у вас свои волосы, либо обесвеченные, либо отмелированные, вот на такой структуре волос, посмотрите, какой получился
потрясающий, шикарный. Вкусно, ну прям влюблена я все, Лариса. А вот вопрос, а на черные окрашенные волосы получится применить? Тут, может, кто-то только присоединился. Если я сейчас возьму черный листочек, в следующий раз надо было обязательно принести, и нанесу краситель, вы просто на основе черного цвета не увидите эту яркость. Угу. Он что вам сделает? Он вам восстановит, он сделает волосы гладкими, блестящими, сделает уход, но, к сожалению, ну, у нас законы физики никто не отменял, да? Так, а вот сейчас, а как работают намелированные волосы? Отлично, так же, как на светлые. То есть, вы, допустим, темные, да, вот как наши прекрасные ведущие, угу. и сделали себе мелирование, да. да? И вот там, где у вас мелированные волосы, будут вот такие яркие пряди, которые хорошо, выберут. Да. А свой цвет, он останется таким же, угу. таким же. Так, а вот вопрос, не красилась вообще, волос черный, опять же, угу. Хочу фиолетовый, как он возьмется, и на нарощенные волосы. Татьяна, наверное, с нарощенными волосами, но специалист Татьяна, она сейчас нам скажет. Ну, смотрите, давайте мы еще раз повторим, что максимальную яркость оттенков вы получите на осветленном, обесцвеченном волосе, если вы натуральная блондинка, либо если... Ну, вы чуть темнее натуральной блондинки, да, если у вас окрашены волосы в блонд, на вас тоже все будет очень ярко. Если мы сейчас говорим о коричневых, да, о темно-русых, о черных волосах, то здесь, к сожалению, вы можете максимально получить только оттенок. Какое-то легкое напыление, и то это будет касаться фиолетового, фуксии и синих оттенков. Что касается нарощенных волос, опять же, если это блонд, без проблем, да, то есть это будет все так же интенсивно, возможно, это будет даже более интенсивно с учетом структуры волоса. Если мы говорим о темном волосе, то, ну, здесь, опять же, максимально может быть только оттенок, ничего более. Угу. Так, ну и смотрите, тем более, что у нас остается реально очень мало времени, всего лишь 6 минут. Так, Жора, ну я надеюсь, вы это в зеркало себе хотя бы говорите. Понятно, спасибо, девочки, надо срочно пробовать, очень красиво, прикольно. Да, действительно красиво, действительно прикольно и действительно очень эффектно это выглядит. При этом мне нравится то, что мы здесь намешали, можно просто тут самостоятельно бесконечное, выбрать цвет. Бесконечное, безграничное количество. Смотрите, какая выгода. То есть, если вы идете в салон и осветлили себе прядочку, ну, это будет стоить какие-то там все-таки копеечная цена, да? Угу. А потом вы дома, сегодня вы желтый создали. Через какое-то время, когда он вымылся, вы создаете розовый, может быть, синий. И все это дома самостоятельно за какие-то там, да, какая у нас цена там сейчас? Ну, тут вообще 255 рублей цена. Ну, это... Я не знаю, но просто практически вам подарили бесплатно. Да, и при этом тут все блондинки на самом деле-то радуются, потому что действительно пигмент принимается хорошо. Стальной блондинки сейчас в моде, все любят сталь. Да? Вот это да? Да. Ну, вот. Даже одна очень известная телеведущая. Да, она прям вот реально стальным вот. Цветом. Ой, сейчас опять в тренде. Я тут уже все навозюкала. В моде, ой. Пожалуйста, стальные. Это для тех девочек, которые... не любят бежевые, да, или как у Ларисы золотистые. Если бы мы сейчас нанесли стальную, вот она была бы такая же, как листик нашей бумаги, прям стальная. Прекрасно, оставьте мне этот листочек, я порисую. Ну, действительно, очень красиво и действительно очень быстро, да, то есть молниеносный эффект. В салоне окрас, ну, занимает там 3 часа, 3,5-4, да? Конечно, 3,5 часа. То есть, ну, помимо того, что это время, это еще и деньги, извините, да, допустим, небольшие. Мы, как профессиональная марка, то есть торговая марка «Концепт», мы профессионалы. Но вот эти продукты, я как технолог, как профессионал, Татьяна со мной согласится, советуем дома использовать. Советуем, даже рекомендуем, скажем так. Вот этот продукт, который создаст вам настроение, цвет, яркость, возможно, изменит что-то в вашей жизни. И не в грамме вообще, то есть вы только улучшите свою структуру волос. Лариса у нас сразу сегодня какая? Сегодня радужная, яркая, весенняя. Но здесь пишут, я темненькая, но все равно беру синий, фиолетовый и фуксию. Спасибо вам, девочки. Заказала, ну, супер, прикольно. Очень вот. Рада. Я хочу, чтобы вы почувствовали вот этот, какой появился оттенок, какой появился уход. Не забываем, еще раз напоминаю, одевать перчатки, когда пользуемся, да? Угу. Вымыли структуру волос, нанесли... без использования, моем голову, только шампунем, без использования бальзама. И смотрите, вот если вам неудобно, да, вот таким образом работать, вы можете взять любую емкость дома, и вот у нас есть мисочки, да, рабочие,
а вы можете взять, выдавить мисочку и уже из нее, потому что не всем бывает, да, комфортно. Ну да, да, да. Как-то здесь уже как вы посчитаете нужным, и вы почувствуете, какой вот этот вот, особенно темненький, я сказать, заметьте, знаете, на солнышко, сейчас весеннее солнце началось. Да. Ой, как они будут играть. Ну и при этом действительно очень красиво, да, вот мы видим, как это смотрится на Ларисе, да, как так стильно, эффектно, и при этом мне нравится, что вот у тебя, Ольга, покрашена вся, да, вот окрашена голова, да, все волосы, там, казалось бы, только часть, но она так как-то лаконично, так красиво вплетается во всю эту текстуру, очень хорошо смотрится вообще. А Таня не думает себе тоже вот сделать коллективный дух? Я, на самом деле, всю прошлую весну проходила во всех наших розовых оттенков, скажу, что внимание было просто как никогда. Да? Ну, то есть это работает. Девочки, если хотите, чтобы с вами познакомились, да, у нас, кстати, блондинки наши из двери не уходят, которые работают вместе с нами, они вот все слушают. Да, вы тоже, если хотите внимания, вот, пожалуйста, можно взять набор, 255 рублей всего лишь. Но действительно, так, то есть пигмент еще и ухаживает, здесь еще один вопрос. Конечно, появится. Конечно, то есть это не только продукт, прямой краситель, который дает нам цвет, но он потрясающе ухаживает за структурой волос. Льняное масло, кератиновый комплекс, цитрусовый комплекс, в которых содержится экстракт земляники, зеленого яблока, лимона, апельсина и мандарина. Представьте, какой эффект бомбический дает. То есть это сразу гладкость. Это сразу нереальная гладкость, блеск, почему долго держится цвет. И восстановление волос вот именно кератином. Кератин — это же наш волос. Да, наш, да, да. Такой белок, который отвечает за упругость, за гладкость, за то, чтобы волос был легкий, красивый. Да, а при этом спрашивают, а разглаживает ли волосы? Если девочка кудрявая, да, вот такая прям натуральная, да, мы, скажем правильно, не разглаживает, а дисциплинирует. Он не будет пушиться, но локон, конечно, сохранится, потому что все, что разглаживает волосы, это связано с изменением структуры волос, такая серьезная, а мы говорим за то, что мы за бережное отношение к волосам. Да, но и при этом все, у нас буквально 30 секунд, и хочется отметить, что скидки будут действовать у вас, у всех, не переживайте, все это действительно будет, приобретайте, конечно же, вот такие великолепные пигменты от бренда Концепт. Ну, а нам с тобой, дружочек, нужно идти в следующий стрим, потому что нас такие пигменты не возьмут, мы слишком, ты вообще черненький совсем, ну, разве что синим можешь попробовать, ну, да? Мы можем на грудке сделать точку, как в Индии. Вот так вот, да. Ну что ж, спасибо вам огромное, девушки, сегодня с нами были очаровательные Ольга, Татьяна и Лариса, и, конечно же, прекрасный бренд-концепт. А далее будем мы с Кубой. Ну что, всем пока-пока. Пока. Пока-пока.